в архиве при лампаде, не на мойке в Петрограде, не в роще у ручья, на московской моросейке поместился на скамейке я. Книгу взором я уперся, что читал, не помню Бёрнса, Хармса, не помню что, но легко, без проволочек, одолел примерно строчек 100. Не мечтая о скандале, принялся читать я далее, но еле принялся, сел на скамейку дама, из одних суставов прямо вся. Только что в ларьке, где было дешево, она купила отечественных кур два кота, что рядом спали, встрепенулись и сказали «Мур». Надо же, вздохнула дама, это же кошмар и драма, 7,40 за кило, а вокруг Москва гудела, солнце жгло, к июлю дело шло. Жулики, взметнулась дама, не товар, одна реклама, не куры, смех и грех, нет от этого товара, ни бульона, ни навара, эх. Чтоб у них труба сломалась, жулики не унималась, дама, побей их бог, мясо где сплошные кости, а у нас во вторник гости, ох. Ни за что взревела дама, не приму такого срама, лучше обратно сдам, и пошла сдавать обратно купленный почти бесплатно хлам. Шевелиться не имея повода, сидел себе я, облика мне светлел, а кругом гудя и воя, город каменный от зноя млел. Кашлял он и задыхался, я же вновь уткнулся в Хармса, не молвил ничего, небо на земле спустилось, но в душе моей сгустилось некоторое хамство.